Азарт в глазах и задумчивые лица. Шансы на победу равны. У каждого по 16 фигур. Перед началом партии игроки приветствуют друг друга. Первыми ходят белые. Участники разных возрастов сразились за звание лучшего на шахматном турнире «Кубок Рублевки 2022» в парке Раздолье. Желаю вам успехов, побед. Самое главное – получить удовольствие от сегодняшнего дня. Спасибо вам огромное за участие. Еще раз вас поздравляю и желаю удачи в турнире. Поймать удачу в состязаниях приехали любители шахмат не только из Одинцова, но и из других городов Подмосковья и даже из Москвы. Там у нас сегодня Кубок Рублевки. Заявлено более 70 детей. Соответственно, вот у нас дети занимаются шахматами. Победителей и призеров в каждом турнире наградили кубками, медалями, грамотами и подарками. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».